Дорогие друзья, добрый день! Мы рады приветствовать вас на канале Dogville. Мы продолжаем нашу серию тренировок с Визи. Ссылку на прошлое видео вы сможете найти в описании. Мы продолжаем. Давайте присоединяйтесь. Будем дальше заниматься. Если у вас какие-то будут вопросы, вы сможете их оставить в комментариях. Добрый день, Евгений. Здрасте. Здрасте. Да, так, работаем. Ну что, давайте разогреем ее на выдержке. Давайте. Что мне нужно делать? Кусочек в нос. Кусочек в нос. И сажайте. Просто да. Как помните, выдержку мы делали. Да. Вот да. Все то же самое. Сейчас мы ее ведем в рабочий режим. Сидеть. Хорошо, молодец, собака, хорошая собака. Отошли, умница. Подошли, дали кусочек. Умница. Сначала поближе подойдите, потом отдавайте кусочек. Собака она сидит, может сорваться. Молодец. Все, сидеть и уходим. Сидеть. Молодец, хорошая еще, собака. Еще. Отдайте кусок. Собака хорошая. Ай, какая. И чуть-чуть дальше отходите. Хорошая. Хорошо собака сидит. Хорошо. И вот здесь подзависнет. Стоп, подзависните чуть-чуть. Хорошо, хорош. Теперь подходите, девочка. Давайте кусочек. Девочка. Хорошо, собака сидит. Ой, какая хорошая собака. Еще чуть-чуть дальше. Уходим, отходим. Ай, зависли. Какая. Подходите в позицию рядом. Какая молодец. Сначала становимся в позицию рядом. Собака. Хорошо. Ай, хорошо. Молодец. Можем дополнить. Да, да. Кусок в нос и на сидеть, и на жесть. Визи. Ай-яй-яй, Визи. Сидеть. Хорошо, умница. Хорошо. Отходите. Умница. Молодец. И хорош. Стоим. Легкая пауза. Молодец. Подходите девочка. В позицию рядом. Девочка, молодец. Позиция рядом. Сразу кусок не отдаем. Вот теперь отдавайте. Молодец. Хорошо, умница. Умница. Убрали руку. Хорошо, отдаем. Умница. Отдаем команду сидеть. Сидеть. И уходим от нее. Сидеть. Ай. Мама недовольна. Ай, отходите ай, ай. От нее с правой сидеть. Ноги. С правой ноги. А. Правая нога. Хорошо. Тот. Мама недовольна. А-та-та-та-та-та-та. Мама Визи. Показывает недовольство. Я недовольна твоим поведением. Сидеть была команда. Позиция сидеть. Рядом, Лен. Сидеть была команда. Хорошо. Подтверждайте команду. Сидеть. Небольшой шаг справа. Небольшой. И уходим по направлению. Аккуратно. И подзависните. Хорошо. Сидит собака. Чуть-чуть дальше. Все, стоим. Чуть-чуть висим. Хорошо. Подходим в позицию молодец. Рядом, так, чтобы она не сорвалась. Работайте уверенно. Да. Не напрягайтесь. Ничего страшного не происходит. Молодец. Если она сорвется, это не страшно. Молодец. Отдаем кусок. Еще отдаем. Молодец. И еще один отдаем. Умница, красавица. Умница, и отпускаем собаку. Гуляй. Гуляй, молодец. Давай. Давайте мы идем команду лежать. Сидеть. Хорошо, сидеть. Уберите руку. Возьмите вот эту трахею, возьмите в руку. Трахею? Да. Угу. В нос, подержите чуть-чуть у носа. И медленно вниз между передних лап. Лежать. Хорошо, уберите руку, отдайте колбасу, отдайте быстрее. Так, хорошо. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Смотрите, Лен. Нет же колбасы. Все нормально, я понял. Мы сейчас, она отлично сделала, мы сейчас все повторим. Возьмите с колбасой тогда. И как она ляжет, сразу отдайте, хорошо. Не убирайте руку. Хорошо. А потом я вам усложню. Изи. Лежать. Видали? Вот видите разницу. Отдаем. Отдали раз, отдали два. Да, не напрягайтесь, отдавайте. Один кусочек. Отпускайте собаку. Ничего. Отпускайте. Гуляйте. У меня же один только кусочек. У меня не... Иначе будет падать у меня все из рук. Вы можете держать, например, в этой руке, если вы ее положили. Да молодец, да моя умница. Если вам удобно, вы можете сзади брать. Сзади, конечно, круче будет. Потому что нас легче пойдет. Но долго получается, пока я там соберу. Но долго, страшно, что она сорвется. Вы можете держать несколько кусочков. Если у вас не получается их не ронять, ага. Тогда вы можете отдавать Визи. Из одной руки несколько кусочков по очереди, чтобы она понимала, за что она столько еды получает. Сидеть. Визи. Чуть-чуть ближе к ней подойдите. Жест не убирайте, сидеть. Сидеть. Визи. Когда она ела последний раз? Вчера. Сегодня утром, наверное, да? А? Давайте ее на себя. Утром она съела чуть-чуть каши с ребенком. Ну вот не надо было ее кормить. Вот не надо было. Надо было и вчера ее не кормить. Она бы сейчас лучше работала. Виз, иди сюда. Если бы она за еду, она же ей неинтересна. Видите, вот когда надо включать мозг, собака не хочет работать, не хочет. Ей не нужно лакомство. Она, знаете, сейчас что думает? Мама, нафиг мне твое лакомство не нужно, тем более такое невкусное. Я дома приеду и поем. Сидеть. Из миски. Сидеть.
Да, моя собака. Молодец. Молодец. Дайте ей кусочек с левой руки колбасы. Умница моя красавица. Молодец. Вот, и теперь работаем команду лежать. Медленно вниз между лап. Лежать. Хорошо. Лежать. Да, работает собака. Лежать. Не повторяйте команду. Просто ведите жест и все. Уберите руку, отдайте кусок. Отдаем. Раз, убрали руку, отдаем. Выдерживаем, слегка выдерживаем ее в этой позиции. Отдали, убрали. Все. Хорошо, осталось. Значит, отдаем два раза и отпускаем. Вообще, давайте еще раз. Нам нужно сделать легкую выдержку на команду лежать. Но она сейчас вообще капризная, она сейчас же... Ну, а капризы лечатся чем, знаете? Голодом. Голодом. Капризничаешь, ну и хорошо, иди капризничай дальше. Как перестанешь капризничать, так придешь, и мы с тобой поедим. А пока капризничаешь, иди отдыхай. Да. Ну, представляете, а у нее ребра не прощупываются. Не прощупываются ребра. Как мы ее чему научим? Нет, слушай, теперь не кормить совсем. Она конечно, ну, можно сутки подержать, не кормить перед занятием. А ничего страшного нет. Ну, прям, если не можете, ну, дайте ей капусту покушать. А мясо, то мясо привезите на занятие, которое она не будет... Она накормит же. А? Накормлена. А, еще и накормит. Ну нет, я мясо ей даю только, ну, то есть совместно с кормом. Ну, она, ей не интересна даже колбаса, видите, собака на сухом корме, а колбаса ей не, даже ну, вот это крахи. Ну, тоже же был. Что да осталось? Вы можете ее сейчас, у меня ретривер пришла заниматься, она 3 дня еду не брала. 3 дня она не брала еду, она на 3-й день только начала брать еду. Не давали, давали ей еду, она говорит, не нужна мне ваша еда. Я пойду вон там побегаю, поиграю. А я вон там еще пойду побегаю, поиграю. Ну, хорошо, я виновата. И на 3-й день она только начала брать еду. Везде так, подожди. Работать. Поэтому давай. То, что вы ей кашки дали, у нее запас, как у верблюда, посмотрите. Сажаем. Сидеть. Убрали ай, какая руку. Молодец. Отдайте кусочек. Отдайте ай, какая один кусочек. Молодец. Хорошо. И делаем лежать. Команду лежать. Ты моя умница. Лежать. Красавица моя. Ай, какая. Красивая давай, собака давай, ложится. Давай, падает, давай, а не ложится. Давай, молодец. Давай. Да, вот давай. Упала, да. Молодец, давай, моя собака. Давай, давай, давай. Мать, давай, давай, давай. Как раз к старости давай. Мы ее чему-нибудь научим. Да, так и будет. Как раз вот полулежа, два занятия на полулежа. Ну, как раз к старости. Я же говорю, любой каприз и вредничество, я не знаю, как правильно сказать, это лечится все голодом. Визи! Капризничаешь, вредничаешь. Я тебя кормить не буду, Визи. Сейчас все вот... так говорят, и все кормят. Кто давайте мы немножко по-другому сделаем. Давайте, сейчас... она уже вот тут, видимо, совсем устала. Она не устала. Чего, от чего она устала? От того, что она нифига не сделала? Она, нет, она просто сытая, Лен, я вам 100% говорю. Да? Сытая хорошо, собака. В следующий раз я ее за сутки не буду кормить. Можно попробовать, если этого ей будет достаточно. Но я видел, что и собаки и по 2-3 дня едят и не работают. Не едят. И не работают. Ну, можно попробовать варианты. Яркое лакомство. Колбаса, видите, ей неинтересно. Ну, дома-то интересно, а что же мне ей... Дома нет таких раздражителей. Здесь новые запахи, новые мясо? Звуки. Мясо ей? Какое-нибудь мясо. Почки хорошо, оно имеет такой а почки неприятный... нужно сварить или чисто? Лучше сварить, потому что они же, когда сырые, у вас руки потом они будут... несколько дней не отмоются от этого запаха. Ко мне будут все собаки подходить? Да вы сами от себя уберите. Так, смотрите. Лен, мы сейчас сделаем просто завязку, потому хорошо. Что у нас пока не получается хорошо, лежать да, я поняла. На место. Да. Вот, демонстративно кладете, смотрите, кладете поводок и примерно вот на этом расстоянии кладете, тоже демонстративно, кусочек. Ага. Можно первый раз дать ей взять его. Место. Пусть возьмет. Ага. Второй раз также поднимаете поводок. И хорошо, если вы будете делать это одним жестом, то есть... одним движением, смотрите. Да. Вот смотрите, как я показываю, да, как не надо делать. Как не надо, хорошо. Я показываю, как не надо делать. Вот так, а потом вот так. Ага. Вот так лучше не делать. Хорошо. Но если будет тяжело, мы будем так делать. Хорошо. А вообще, когда у вас уже в руке будет кусочек и поводок, вы кладете поводок и вот так кладете кусочек. Хорошо. Чтобы она не видела второго жеста. Я держу ее, да? Да, чтобы она его сразу не схватила. Подождите, Лен. Чтобы она не видела второго жеста, вот этого. Потому что, когда мы перестанем класть сюда кусочек,
и она не будет видеть второго жеста. Она просто не пойдет сюда, ей будет неинтересно. А здесь она всегда будет думать, что он кусочек там. Но мы сейчас просто делаем завязку вот на этот поводок, как на место. Предмет, обозначающий место. Может быть, потом мы поменяем. Может а быть, что нужно взять потом вместо этого или оставить поводок? Да мы можем оставить, не страшно. Это ничего такого, любой предмет мы можем использовать. Вот, и все. Немножко ее отводим. Если у нее есть желание этот кусок забрать, она, конечно, пойдет. Если у нее нет желания, она не пойдет. Но мы ей поможем. Давайте. Хорошо, давайте. Так, я держу ее вот так вот. Чуть-чуть кусочки уберите из руки, чтобы они не выпадали. Кладите поводок, чтобы она видела поводок и кусок. Пусть возьмет. Дайте ей команду место, пусть она возьмет. Место. Место, да, молодец. Помогайте, молодец. Помогайте ей. Место. Место. Умница. Место. Умница моя собака, молодец. Молодец. И еще раз то же самое, только не давайте ей сейчас забрать. Отведем пошлем ее туда. А теперь мы то же самое, Лен, то же самое, только собаку чуть-чуть отведите и прям посыл. Если она не пойдет, мы ей немножко поможем. Видите? Ай-яй-яй. Видите? Покороче поводок возьмите, вот прям 10 сантиметров от шеи. Все, этот пусть болтается, все. Угу. Кладите место. Кладем место. Место. Ничего не говорите. Кладите поводок. Кладу. Кладите кусочек. Да. Отводите собаку. Все нормально. Отводим. Все хорошо. Хорошая реакция. Отводите собаку. Отводим собаку. И делайте посыл. Посылайте, Лен. Место. Пока не забыла. Место. Молодец. Ай, ты моя умница. Еще пару кусочков по очереди отдайте. Молодец. Умница моя, красавица. Умничка. Хорошо, отпускайте. Гуляй. Гулять. Еще раз делаем то же самое. Смотрите, вы когда за ней подходите, чтобы еще ей додать кусочки, да, не обходите ее. Не надо. Если она к вам задом стоит, значит отсюда стойте, ждите, она развернется и получит кусочек. Хорошо. Потому что когда она будет делать команду места, если вы ее будете обходить, когда мы уже дальше чуть-чуть продвинемся в этом направлении, да? Если вы ее будете обходить, она просто будет задом к вам ложиться, вот так вот. Если вы будете ждать, пока... Она сама развернется? Она будет оббегать этот поводок, разворачиваться и ложиться. Ясно. Она хорошо. Вот так будет делать. Кладите так, кладем. Чуть-чуть отводим ее, отводите. Хорошо, вы можете не присаживаться. Все, и делайте посыл. Место. Место. Да, моя собака. Ай, собака моя, да, моя молодец. Умница. Молодец. Ай, не обходите моя... ее. А, молодец, да, моя вот, девочка. Просто, вот молодец. Она такая молодец, подошла, взяла кусочек, ай, она молодец. Молодец. Так, а давайте мы сейчас я вам немножко усложню. Вы ее вот здесь сажаете. Угу. Но здесь нужна, опять же, выдержка, видите? Ага. А если выдержки нет, мы не можем сделать. Ну, мы сейчас попробуем. Вы здесь ее сажаете, даете ей команду сидеть одним жестом, помните? Кладете поводок. Да, я помню, да. Она в этот момент может сорваться. Да. То есть, вам нужно будет ее вернуть. Угу. Поэтому, и чтобы она не срывалась, с ней надо отдельно работать выдержку. Да, почему я говорю, выдержка – это база. Вот, через выдержку все идет. Подходите к собаке, если она сидит. И делаете посыл. Место. Она бежит, берет кусочек, и мы все радуемся. Молодец, хорошо. Умница. Когда вы ее послали, если она пошла, не надо ее не трогать, ничего не надо говорить. Она идет, не надо сбивать ее хорошо, мысль. Я поняла, нам нужно этот момент закрепить. Хорошо. И смотрите, вот вы когда сделали посыл, она пошла, пока она этот кусок будет искать, вы должны за ней подойти спокойно. Ага, хорошо. Подойти, и нам нужно немножко ее здесь удержать. Мы когда ее научим лежать в команде, мы ее начнем здесь класть. Ага, хорошо. Вот, и вы за ней подходите, она забрала кусок, разворачивается и натыкается еще на 2-3 куска. Хорошо. То есть, понимаете, да? Да, да. Да, сидеть. Сидеть. Очень жестко, ладно. Кладем, кладем поувереннее, Лен, работайте поувереннее. Все, к собаке достаточно, хорошо. Умница, красавица. И делайте посыл. Место. Место, молчим. Сейчас она поищет, пусть поищет. Дайте ей кусочки. Молодец. Молодец. Да ну нахрен, ё-моё, да ты что, прикалываешься, что ли? Лен, подождите, не надо. Вот зря вы ее обошли.
Я говорю, не обходите собаку, мы потом ее будем учить разворачиваться. Она сама научится, если вы ее не будете обходить. Что знаете, сейчас? Вот это у меня тут какие-то куриные сердечки или желудки. Новый запах, может быть, ей интересно будет. Давайте еще раз то же самое. Сидеть. Сидеть. Не давайте. Сделайте посыл, посмотрим сейчас. Позиция рядом. И посыл. Место. Место. Уберите руку. Все, за ней. Подходим за ней. Визи, ну ты что прикалываешься, что ли? 10 сантиметров от поводка ты не можешь найти. Молодец, ай, молодец, умница. Даете зайка. Еще парочку дайте ей. Молодец, да, моя собака, моя да, моя красавица. Нашла, молодец. Вот хорошо. Ты сидеть, молодец. Мама спляшет для тебя, чтоб ты легла, села. Давай, молодец, давай, моя собака. Давай, пробуем, давай, пробуем. Давай, давай. Молодец. Ай, отдаем молодец. Кусок. Умница. Еще один отдайте. Еще ай, один молодец. Подержите ее в этой позиции. Еще один отдайте. Ай, молодец. Можно колбасу отдать. Молодец. Она же ее берет просто так. Пока. Гуляй. Гулять. Молодец. Умница. Ай, молодец. Так, поводок у вас, да? Смотрите, я вам сейчас немножко усложню. Да. Все то же самое. Команда сидеть. Относите, все так же кладете, положите рядом. Хорошо. Просто рядом она будет неправильно потом работать. Хорошо, я чуть-чуть подальше положу, хорошо. Да. И вы сделали посыл. Она пошла, вы идете за ней, она и находит этот кусок. И положить ее надо, да? Делаете место лежать, может две команды дать. Место лежать, угу. Мы потом это все уберем. Угу. И место, и лежать, все уберем, у вас будет просто посыл. Угу. Место лежать, как она работает, выполняет команду лежать. Молодец, умница, хорошо. Сразу хвалим ее. И мы поощряем кусочками. Хорошо. Чтобы она понимала, за что она получает. Сидеть. Хорошо, молодец. Относите поводок, да, с кусочком. Она вообще не смотрит. Поувереннее, Лен. Поувереннее. Все, к собаке. Хорошо. И посыл. Посыл, ничего страшного. Пусть бежит. Место. Все, дорабатываем. Подходим. Кусок в руке. Вот она, дорабатываем. Место лежать. Место. В нос кусок. Лежать. Место лежать. Место лежать. Не обходите собаку, я Лен. Не обхожу. Обошли. Да? Дорабатывайте, не отпускайте. Лежать. Место лежать. Место лежать. У нее между лопаток болевая точка. Можно пальчиком туда нажать, палец сам туда провалится. Давай. И она ляжет. Место лежать. Лежать, лежать. Давай, 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 давай. Вот. Да, да. Еще дорабатывайте. Я поняла. Но она уже на самом деле забыла. Да, ложись. Ложись, лежать. Ну, естественно, если будет собака голодная, если бы она была голодной, мы бы вот это все уже бы сделали. А нам приходится ее немножко поддавливать. А так она работает не с удовольствием. Голодная собака работает с удовольствием. Ну, она да, на этот. А сытая собака не работает. Чего? Не с удовольствием работает. И приходится поддавливать. Ничего хорошего девочка, от этого ну не получается. Ну, она вряд ли будет такая прям голодная. Такая голодная. Вряд ли будет что? Голодная? Ну, потому что у нее еще много этих. Ну, запас у нее хороший, да. Запасы. Я говорю, что там ее можно в пустыню отправить. Дорогие друзья, на этом мы нашу тренировку с Визи заканчиваем. В следующий раз мы будем тренироваться в зале. Это очень полезно, да, Евгений, для да, смены обстановки, да, да другие раздражители, новые запахи, новые звуки.
Да, и мы продолжим. Нам дали домашнее задание. Мы его будем, это все время постараемся выполнять, чтобы Визи была уже более подготовлена к следующему видео. Подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии под видео. Ставьте лайки. И до новых встреч!